здесь слоненок, два слоненка, три слоненка. Три слоненка — это плохая примета! Быть в беде! Быть в беде! Быть в беде! Ника, время процедур. Луна в Меркурии. Слоны ходят по трое. А за вами хвост! Хорошо, что не копыта. Ой, ты приляг, деточка, приляг. Ты моя хорошая. Ложись. Сейчас мы сделаем тебе процедурочки. Ты моя умничка. Красный закат. Это к ветреной погоде. Так. Все будет хорошо. Аккуратненько. Бедная девочка. Кого там принесло? Ни секунды покоя. Здравствуйте. 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 Ну, как там Ника? Когда ее выписывают? Ой, не спрашивайте. В смысле? Мы же пришли, чтобы спросить. Понимаю. Но хороших новостей у меня для вас, к сожалению, нет. Я надеялась на скорую выписку, но психическое здоровье Ники ухудшается. Так лечите ее лучше, это же ваша работа. Я делаю все возможное. Но поймите, психика человека — это очень тонкая материя. Так дайте ей пилюли пожестче. Ты хоть понимаешь, что говоришь? У меня 20 лет опыта! Ну чё ты? Она же старается. Да это я так ляпнул, не подумал. Ладно, идите. Идите и сами посмотрите на ее состояние. Привет, Ника. Привет. Чтобы рыбки не задохнулись. А что это у нее на голове? Кажется, это называется электросон. Наверное, Ника была буйная. Еще какая буйная! Вот так меня за халат таскала. Про Юпитер чушь какую-то несла. Про Меркурий. Святые психиатры! Что ж ты молчишь, что сеанс закончился? Аккуратненько. Так. Ребят, ну, можете побыть с ней только недолго. Ну, чтобы она не разнервничалась. И дверь заприте. Да-да, конечно. Ника, ты как? Мы по тебе скучаем и желаем тебе скорейшего выздоровления. Прекратите со мной разговаривать, как с больной! Вы что, серьезно поверили, что я чокнулась? Ну, повод-то был. Какой? Ну, то, что ты съела всех червей для рыбок в живом уголке и утверждала, что это хорошая примета. Ну, с кем не бывает. Лучше помогите мне отсюда выбраться. Ника, тут же все под охраной. Как мы тебя отсюда вытащим? У меня есть план. Ну же, вы чего? Вы мне не верите? Верим, конечно, но... Ребят, нас, кажется, Анаконда назовет. Мы сейчас вернемся. Думаете, Ника и правда здорова? Ну, выглядит она хорошо, да и вполне нормальные вещи говорит.
Получается, Ирина Анатольевна ее держит здесь просто так, для смеха? Такой анекдот смешной прочитала. Слушайте, заходит как-то психбольный в бар и говорит... Ирина Анатольевна, а как отсюда можно выйти? В смысле? Так же, как и вошли, дверь там... Не-не-не-не, я имею в виду, больные могут отсюда выходить? На прогулку, например? Да, точно. Может, мы можем с Никой пойти погулять, подышать свежим воздухом? Свежий воздух – это, конечно, хорошо, но не для тяжелых больных. Я пока не могу разрешить прогулки. Но что может случиться на безобидной прогулке? В последний раз она покусала женщину. Только из-за того, что та перешла ей дорогу с пустым ведром. Как это покусала? Зубами, Лёша, зубами. Всю зелёнку на неё извела. Нельзя Нике бежать из психушки. Она может быть опасна. Ну, ведь когда мы с ней разговаривали, она была абсолютно нормальной. Возможно, она притворялась. Пойдемте, нужно ей как-то осторожно отказать. Наконец-то! Слушайте мой план! Маша, Соня, вы отвлекаете Анакондовну. Ксюша забирает у нее ключи, а Алёша стоит на стрёме. И мы все вместе... Ника! Мы не сможем тебя отсюда вытащить. Я так и знала. Вы мне не верите. Мы верим. Просто сейчас не очень удачный момент. Я все понимаю. Кому охота рисковать, искать проблемы ради никому не нужной Ники? Никуль, ты нам очень нужна, и мы обязательно за тобой вернемся. Когда тебя выпишут. Ладно, я устала. Спасибо, что пришли. Очень ценю, правда. К сожалению, я не могу вас обнять, руки связаны. Хотя, почему это не могу? Могу. Пока. Как-то мне на душе гаденько. Как будто мы ее предали. И у меня на душе кошки скребут. Может, все-таки поможем ей выбраться отсюда? Так, ключи от палаты у нас есть. Осталось только из школы выйти. Ждите меня здесь и будьте готовы. Действовать будем быстро. Надеюсь, мы не совершаем ошибку. А вот здесь я вам нарисую Айболита. Айболита. И олененка. Олененка. С бабочками. С бабочками. А? Прекрасная идея, Алексей. Я лично и весь психколлектив будет тебе очень благодарен за художественную поддержку. А вот здесь Винни-Пуха. Винни-Пуха? Нет, давай лучше Пяточка. Ну, Пяточка так Пяточка. Да. Скорее, пока Анна Кондовна нас не засекла. Всего хорошего, Ирина Анатольевна. До свидания. Ребят, ключи от палаты-то отдайте! Так, а что здесь происходит? Не смотри на птичьи гнезда! Лицо в пятнах будет. Нет, чего? Плюй через плечо! Я сказала, плюй! Сглазила! Вы что, у меня ключи стянули? Что же мне
наделали.